хорошо рассолили. На улицах кого селят. Немножко продвинулись по ней. Вот. Это улица, кажется, тоже связана. Пешеходного движения только. Это раз еще и часть. Там какие-то машины ездят, там, вот дальше. Так, это улица Холоцелец, Росарея, в центре города. Мы под ней идем. Первый раз ведет вот такую вещь, называется эфиопский ресторан. Улочка узкая, но довольно уютная. Тоже выложена такой серо-зеленый плиткой. Даже как этот цвет назвать? Вот. Вот тут видно, как улица пешеходов. Машин мало. Хотя вроде те, кто здесь, кажется, заработают на этой улице, кажется, дают разрешение за их взять. Поэтому здесь паркуется. Скорее всего, так. Вот здесь находится, мы видим, Академический колледж Хадасса. Старые постройки в основном. Так, это была небольшая прогулка по улице Холоцелец. Холоцелец. В Иерусалиме, почти в центре города. Вот. Это здание что-то такое. Это общественное здание, вот такое здесь оригинально выглядит довольно красиво. Так, это была прогулка по улице Холоцелец в Иерусалиме, почти в центре города. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.